Приветствую вас. И давайте попробуем разобрать ваш вопрос. Значит, по какой причине муж появляется в поле зрения жены после ее ухода из-за того, что мужчина выпивал? Знаете, в чем дело? Вы пишите свой вопрос как бы в третьем лице. Вы кем приходитесь этой паре? Вы жена? Или вы сопереживаешь? Или вы родственник? Или кто? Знаете? Потому что если вы третье лицо, то лучше будет, если вмешиваться вообще как-либо в процесс их отношений, да, то есть мужа, жены, которые, как я понял, еще не развелись, да, то есть они еще находятся в браке, пусть и формально, вот, значит, не нужно как-то вмешиваться, потому что этим вы только навредите, по большому счету. И как бы, если вы переживаете за жену, например, то, знаете как, в результате ваших действий жена может обозлиться как бы против вас, что вы там как-то вот что-то сделали такое нехорошее, что могло бы ей не понравиться. А если вы жена, то я вас должен немножко огорчить, потому что наблюдается некое такое, знаете, дистанцирование от проблемы. То есть вы не говорите, по какой причине муж появляется в поле моего зрения. Вы говорите, в поле зрения жены. То есть вы как бы абстрагируете от своей позиции, да, от позиции своей, ну, от своего статуса. И тем самым пытаетесь как бы посмотреть со стороны. Это плохой знак, это значит, что он в силу вступает ваш защитный механизм. И если защитный механизм вступает, значит, ему есть от чего вас защищать. И в таком случае работать уже нужно не с тем, почему мужчина маячит, это как бы его дело. Я об этом скажу, но это его дело. А почему вы переживаете по этому поводу? Почему это вас беспокоит? Почему это вас, может быть, задевает как-то, может быть, напрягает как-то, может быть, дает какую-то надежду, да, и так далее. Вот. Далее. Значит, вы пишете, когда уходила, просил не уходить. Теперь хочу вернуться, но говорит, что не простит, решил жить один. То есть тут уже вы говорите как бы о том, что это вы. То есть вот у вас здесь происходит, как бы видите, такая своего рода дихотомия. Двояко. Вот. Когда уходила, просил не уходить. Ну это понятно, вы ему были нужны. Теперь хотите вернуться. А почему вы хотите вернуться? Вот вы говорите о том, что он выпивал. Да, мужчина. Мужчина выпивал. И, соответственно, он выпивал. Вряд ли он выпивал редко, что вы ушли. А что он выпивал регулярно? Если он выпивал регулярно, то, соответственно,
можно сказать, что у него алкогольная зависимость. И поскольку вы ничего об этом не пишете, да, то, соответственно, можно говорить о том, что она никуда не делась. То есть она как была у него, алкогольная зависимость, так и, в принципе, осталась. Но, тем не менее, вы хотите вернуться. Зачем? Вы считаете, что что-то изменилось, вы считаете, что что-то поменялось, вы считаете, что как-то по-другому стало? Что заставляет вас так думать? Почему вы так считаете? В общем, вам нужно аргументировать свое желание вернуться. Это очень важный момент здесь. Значит, он говорит, что не простит. Решил жить один. Но все равно маяч. Тут нужно сказать так, что если человек употребляет алкоголь, в бесконтрольном количестве, это всегда проблема проблема границ. Это раз и два. Это всегда проблема запретов. То есть мужчина, с одной стороны, не имеет представления о том, где его границы, где границы ваши. Да, то есть он легко переходит границу. Выходит из своих границ и приходит в ваши. Это с одной стороны. А с другой стороны, он тебе запрещает. И поэтому он не может вас простить. Потому что вы повели себя своевольно. То есть вы проявили свободу, вы проявили волю, вы проявили некую такую однозначность позиции. То есть я захотел уйти, я ушла. Я не захотела с тобой быть, я не стала. А мужчина так поступить не может. И поэтому вы показали ему, как можно делать, вы показали ему, как, оказывается, можно поступать, да? Ему это больно воспринимать, потому что он и сам бы так хотел, может быть, но у него нет возможности, потому что слишком много запретов, отсюда зависимость. И с другой стороны, вы показали ему границы, вы показали, что у вас есть границы. А это неприятно. Ну, для него неприятно осознавать, для него неприятно понимать, что у вас, оказывается, есть границы, ведь их у него нет. Поэтому он решил жить один. В том плане, что вы и ваше поведение причинили ему боль. Боль в том плане, что он увидел необходимые направления для развития, необходимые направления, ну, так сказать, необходимый возможный вектор для изменения со своего, но понимает, что измениться он не сможет или не верит в то, что может измениться. Он не хочет жить с вами, потому что вы для него напоминали. Вы напоминаете ему о том, как нужно поступать и как он не может. С вами он чувствует себя слабее. Но почему маячит? Вопрос. А маячит потому, что, во-первых, вы все равно его жена, вы все равно
его супруга, вы его женщина, и пока что вы ею являетесь, пока вы в браке. И чувство собственничества мужчины никто не отменял пока. И он все считает вас своей. И ревнует к возможным другим мужчинам, к возможным новым отношениям. Ревнует и не хочет отпускать с одной стороны, и с другой стороны, он хочет, чтобы все-таки вы были с ним, потому что вы ему нужны для того, чтобы комфортнее себя чувствовать с вами. Вы ему нужны для того, чтобы как-то помогать. Без вас ему будет тяжелее. Поэтому найдете. Быть может, рассчитывать на то, что вот вы хотите вернуться, да? Но, вероятно, на своих условиях. Да, то есть, ну, он не видит для вас возможности возвращения на предыдущих условиях, потому что вы уже ушли. Вы уже ушли, вам уже не понравилось. Соответственно, он рассчитывает, что вот он будет маячить, будет напоминать вам о себе, да, как бы, знаете, как вот, вы сидите там, ну, в квартире, да, где-то, или там в кафе, а он как бы там, знаете, вот на улице там, за окном маячит где-то, да, вот, пытаюсь привлечь ваше внимание. Он примерно так, чтобы вы, чтобы постоянно быть у вас как бы в поле зрения. И тем самым вызываю у вас чувство. То есть это, по сути, такая манипуляция вами происходит. Мужчина вами манипулирует. И, в принципе, манипулирует он в своих целях. Значит, что меня насторожило? Насторожило меня то, что вы хотите вернуться. Это признак созависимого поведения. То есть, вы, желая вернуться к мужчине, проявляете созависимость от него. Вот вы его, может быть, хотите спасти, вы ему, может, хотите помочь. Это вступление в треугольник Карпмана. Треугольник Карпмана – это созависимые отношения. Поэтому возвращаться к нему без сколько-нибудь адекватного доказательства того, что мужчина изменился, не стоит. А если вы хотите это сделать, то это чисто ваша проблема, это чисто ваш конфликт, который нужно решать исключительно в индивидуальной консультации и никак не через понимание причин поведения мужчины, потому что они, эти причины, являются только его, и даже несмотря на то, что я вам сказал, все равно могут быть некие варианты, другие, которые предугадать в принципе невозможно, потому что, ну, это третье лицо, вот. Но важно то, что по опыту я могу сказать, что вы от него тоже зависимы. И для построения свободных отношений, свободных, волевых, эмоциональных, здоровых, нужно, чтобы у вас этой зависимости не было. Вот. Поэтому я предлагаю вам для начала, я не знаю, готовы ли вы к работе, не готовы ли вы к работе, я предлагаю вам подумать, если вы ушли из-за него, из-за выпивки,
да, если вы ушли от него из-за выпивки. А сейчас хотите вернуться, то что изменилось? Почему вы хотите вернуться? Вот об этом подумайте, что вами движет, что вами, что вас направляет, что вас направляет, значит, на то, чтобы к нему вернуться. Вот. Я полагаю, что это будет тем направлением, которое вам сейчас нужно самой для себя выбирать, чтобы заботиться о себе. Когда вы хотите к нему вернуться, вы проявляете не заботу о себе. Вы не забудете. Вы хотите вернуться. Это, знаете, такой каприз. Ну, он все равно мой муж, да. Ну, и что поделать? Ну, вот такой. Все равно он мой муж. Это значит, что вы о себе не заботитесь. А это значит, что... Как бы... У вас могут быть проблемы и с самооценкой, и с уверенностью в себе, и можете вы бояться, что не встретите никого больше. И так далее. Вариантов, в принципе, достаточно. Но самое главное, что все это делает вас не свободным для мужчины. А раз не свободный, значит зависим от него, а раз и он зависим от алкоголя, а вы зависим от него, соответственно, отношения можно назвать созависимыми, и как бы каждый из вас будет страдать в этих отношениях. Вот. Если право страдать у вашего мужа никто не отменял, то вам почему нужно страдать? Ну, это главный вопрос, на который нужно ответить. Именно вам, в первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.